второй, я так и не знаю. Итак, приехали парни. Достали непонятные штуки. Преобразование продолжается. Легким движением руки производится легкий хаос. После некоторых действий начинается рисовываться новая конструкция. Легким движением руки, небольшим движением плеча вырисовывается второе сиденье. И руль. Вот уже из хаоса мы видим два новых транспортных средства. Приехали на одно. Получилось два индивидуальных транспортных средства. Вы начинаете разворачиваться, я начинаю вот так вот, то есть надо как-то разойти с трассы. Вот. И вот они собираются ехать. А ты хочешь как? Приехали по парковке. Thank you.
сторону. В другую уехал, в другую сторону. Куда захотел, туда и поехал. Сидящих параллельно на одной танкетке.